Все важные ссылочки на случай полной задницы в описании. Проходим и подписываемся. Особенно про Бусти не забываем. А если лагает, переходим в телегу. А, всем хеллоу, с вами Санчоус и Редфлут. Давно его не было. К сожалению, с обновами тут все скудновато последнее время, но все равно много чего хватает. До такого уровня, что это уже вам не хихоньки да хахоньки, а экзистенциальный ужас и 15 кубиков галоперидола внутримышечно. Шиза, психопатия, паранойя, невроз и прочие веселые диагнозы. И судя по моим ощущениям, оно как будто бы прям вирусом передается. Более того, сегодня это будет с кое-какими интересными, ну, наверное, отсылками. Вообще, этот перст уже ненадолго промелькивал, когда я желторосию ломал, которую на какой-то хрен со стартового экрана убрали. Да, когда еврейку Рен с гастиум же перил. И я бы не сказал, что был удивлен наличием этого, а скорее охуенно обескуражен. Нет, блять, это не Бандера в зеленом клину. Я понимаю, что некоторой части аудитории будет обидно, но такого контента на канале не будет никогда, себе дороже. Да и просто осуждаю. Но таки кое-что довольно серьезное и надолго больное на голову. По лору, когда революционеры просерили все полимеры в Российской империи, причем всех мастей, от блатной типа большевиков до петушиной, в смысле либералов, причем униженно обоссавшись и обосравшись, им не осталось ничего, кроме как релоцироваться в Маньчжурию и уже оттуда строить свою пресловутую прекрасную Россию будущего, в желтую Россию. С чем-то большим не получилось, не срослось. Особенно при том, что сюда еще и целую кодлу коммуняк притащила. И вот теперь они все вместе шикуют и плетосрачат за счет голодающих маньчжуров. Печально вообще-то. Ну их-то за шо, суки, вы замучили свои поганой демократии. Просто хотели выращивать посевы, кукурузу там какую-нибудь или что там в этой Маньчжурии выращивается. Нет, приперлись гении мысли отцы русской демократии и начали учить всех, как правильно голосовать, да так упорно, что аж голова разболелась. А некоторые такие, что прям... Но опять же, узнаете. Половину генштаба как будто бы потенциальные лидеры России в кайзершизе. Ничего, мы на хлипеньких горбах китайских крестьян еще до Москвы успеем дойти. Только перед этим эту республику Коми Редвудовского разлива, как и должно, должно распидать на атомы. Удивительно, что в ТНО оно не разваливается, хоть и разваливаться нечему, но я верю в силу демократии, оно и это может расхуять. О, а вот и еврейка-анкапистка Розенбаум, про нее, кстати, ивент добавили, раньше не было. Вообще, учитывая, какие ребята сейчас правят Россией, традиционалисты, а ведь погром это тоже своего рода традиция была, не удивлюсь, если на сопке Маньчжурии еще и в полном составе вся еврейская диаспора перебежала, будто остального скама не хватало на бедные китайские головы. Лучше только где-нибудь в кавказском обществе, там релоканты более автохтонные, поэтому они переехали в Тбилиси. Ну и по совместительству это дурка с буйно поехавшими. Даже Сталин там ебнутый больше обычного. К тому же нитшанец. Вот реально, в российской полуанархии это два самых крикливых и веселых петушиных уголочка. По-хорошему, с этими братскими ебанько надо дружить. Может, в будущем это как-то сыграет по итогу. Ну только если их слету не уничтожит какой-нибудь белый генерал, что скорее всего и произойдет. А из ближних союзников у нас есть республиканский Китай. Хотя был бы я китайцем, я к этому пи***цу бы относился, ну по крайней мере сомнительно. Правда, такие взаимоотношения не нравятся нашим другим друзьям-японцам, но их недовольство уже не такая уж и большая проблема. Только на них у нас держалась полэкономики, так что теперь и самим бы устоять. Спойлер, не устоим. Как будто демократики и сами особо не хотят, ну скажем так, жить. Поэтому, когда мы и так в шаге от развала, лодку стабильности снабжают и пытаются Керенского смести. Ну да, так часто бывает. Сначала ты свергаешь правительство во имя защиты свободы и демократии, потом тебя идут свергать во имя защиты свободы и демократии. А потом уже гражданская война, резня и пиздец. И никакой ни свободы, ни демократии по итогу. Все собрались. И Спиридонова, и Каменев, и Акстеньев. Только чтобы Керенского заимпичить путем гильотинирования. А ему вообще поебать. Косплей Черного Октября 1993-го, но с еще более серьезными последствиями. Погнали! Правда, ради Керенски тут практически один в один, как Ельхин. Стоп, я что, спас страну? Да нахуй оно надо. Даже конституцию меняет, гад. Нет, эта пародия на 93-й год оказалась слишком буквальной и поэтому успешной. Оп! Осуждаю. А я думал, этот перчик у нас на Дальнем Востоке сидит, но там, походу, просто фанбаза. А фокусы-то у него, о, не-не-не, сами смотрите, если надо. А нам все-таки надо, чтобы разношерстная оппозиция победила, а потом разосралась между собой, что, в принципе, и логично. Да-да, именно так. Не очень надежным получилось объединение консерваторов, эсеров, большевиков, анархистов и прочей челяди. Но они по факту не очень близкие по политическим координатам и не склонны к плодотворному сотрудничеству. А его и не будет. Пусть лучше договариваются с дулами нашей артиллерии. Реально, переворот за переворотом. It's like Panzersmod The New Order Коми Republic. Что за варианты так, блять, осуждаю? Блять, Санчоус в будущем, монтирующий это видео, не забудь обрезать, долбоёб. Секунду, это что, есть правильный и нужный мне вариант? Да, ура, я все-таки расхуй...
Ебал Желтороссию. Спасибо за это Бандерасу. Кто бы мог подумать. Вот от чего и умирает российская демократия, сука. Бэм. Теперь тут очередной анархии Радиоса Сайленс. Честно говоря, мечта это была такая себе. О, во, во, свободный креаторий, вот оно. Сейчас появится. На анимешников похуй. На приамурских олигархов также поебать. Украинцы это вообще слишком много делов делают. О, осуждать, да господи, везде оно! И вот, наконец-то, заспавнились нужные шипсдики. И их, прости господи, свободный креаториум. Нерегулярные ученые, мистики, революционеры, короче, тотальный побег из местной дурки. С целью объединения всей Земли в единый организм. Ну, я ж говорил. Да, прямо, блядь, из Амура. Еще и бесплатный, блядь. Ха-ха-ха. Там фри, наверное, должно было быть написано. Ох, космизм, что-то слишком часто это слово в последнее время появляется. Мне от него уже становится дурно. Что такое происходит с хаешными шизами? Ну куда вас всех, ребята, несет? О, анархизм, о, тиранические законы природы, ну и... Пошу мать. Вот ликвидация варварской демократии, это еще куда бы ни шло, но все остальное... Что за знакомство? Онлайн женщины 40+, Светлана 300 метров от вас? О, и вот он, из-за кого прохождение иначе-то, по сути. ББ, но не жирный и с ебцой во взгляде. Правда, тогда бесплатный креаториум это вдвойне неверное название. Да и, к сожалению, в фокусах не особо заметно на ебки гоев, но вот всего остального, такие послания для человечества будем ретранслировать, что охуеть можно. Да, генералитет государству соответствует. Стоп, Карбышев? Бродяга, а ты-то сюда какими судьбами? Под управление шиза ББ и шапошников тут, и грузина анархист. Да, ну и компашка собралась. По порядку будем разбирать ими сказанное. Что бы оно ни было, но оно типа анархия и не особо жалует капитал. Либерах, в принципе, тоже. И туда же идут традиционалисты-реакционерчики. В смысле, нахуй. Удивительно, но дальневосточному бебею не нравятся авраамические религии, потому что они туманят мозги простому работяге и отвлекают его от главного. Вечной жизни и не загробной, а прямо на земле. Ну или, по крайней мере, настолько веселую, что впечатлений на вечную хватит. Самим сдохнуть захочется от происходящего. Почему этот осунувшийся еврей имеет так много общего с космонеграми? Мало ему было бессмертия, так он также отправляется к древним предкам в космос. Это прям уже какое-то клише. И есть два пути, как это сделать. По стандарту точеный и точеный. И оба... Первое это акселерационистская шизотехноанархия или ассерляционистская шизотехноропная тоталитария. Да, без мета здесь точно не обошлось. И за то, и за другое, если в публичном месте объяснять, можно в дурку угодить. Тут даже нельзя назвать, что одно прямо позитивненькое, другое прямо негативненькое. Это просто все... все... крайне... своеобразно. Соседи, гады, не дают спокойно в одиночестве пошизеть. И кто это против меня? О-хо-хо-хо-хо! Кто же еще мог-то? Но перед войнушкой надо все-таки определиться, на какой технократический стул я все-таки сяду. А, по пути порядка у меня уже будет не ББ-алкоголик. Просто какой-то чел, к тому же не очень веселый. Ну, слушайте, креаториум у нас все-таки бесплатный, то есть фри. Да и просто прохождение, по сути, выросло из одной шутки. Короче, сегодня посвободолюбивчиваем. Воистину ужасающе. Кстати, что неудивительно, вся эта кодла от Гастева отпочковалась. Но бро по жизни потерялся, связался с женщиной, еще и еврейской. Придется возвращать его в здравый рассудок нашей армии. Максимальное творчество, максимальная свобода, максимальное право всех на вечную жизнь и бесплатная койка в дурке. Ох, бля, куда я попал? И это сразу после зеленых скупских тоталитаристов. Ну, наверное, сразу. Не хватает только следующее прохождение в понимоде захуячить. Продохнуть надо моей бедной кукухе, а не дают. И вот тут еще зеленая Украина. Левые популисты. Хорошо, что они именно этот путь выбрали, а не другой. Радзаевский, Костик, по-братски, въебим в спину, блять, а то мне это неприятно. Я вообще хотел ебожек отчпиндерёздить, потому что они самые слабые, но придется по-другому. А, ладно, не Костик, так приамурцы помогли. Вот это добренький поступок. Самое время пойти войной против природы, ну то есть просто соседей. И остальных злостных сил, которые окружают нас бессмысленной жестокостью по типу санитаров. Практически буквально. На бессмысленную жестокость мы ответим своей бессмысленностью. Защитим наш свободный, то есть бесплатный креаториум. В остальных частях света таких креаторов на галоперидол садят. У нас тут уникальный проект. И каким-то там украинцам, они на всех заагрессировали. Ну, ребят. А тогда посмотрим. Может, имеет смысл по ним первыми и жахнуть. Начинаем просветлять. Таки сначала все-таки бедных манжуров. Блин, как же им достается в этом моде, бедняги. Нам в наследство от Богданова, за которого тоже прохождение было, досталась плановая экономика. Не, он, конечно, был левым, но также довольно своеобразным. Кстати, он похожие темы задвигал, но как будто бы все-таки был более ментально стабилен. Ну, естественно, эти тоже своего рода впердисты. Начинаем потихонечку объединяться. Поначалу, в принципе, просто будет, потому что у всех желтороссийских гномиков армии, в принципе, нет. Зато потом мне и свои задницы всю
Россию объединять. Прости, господи. Так что надо с этим всем побыстрее закругляться. Благо мне выдали танковую дивизию, в которой при развале спиздили полтанков. А, не, не половину. Все нахуй. Зато тут ебейший баф, который, в общем-то, и дебаф на смутные времена, из-за которого варлордики нокаются сразу после взятия столицы. Очень быстро. Так, я не понял, у нас бесплатный свободный креаториум. Какой тотальный контроль за производством? Это звучит как-то уже не очень фри. А, ну понятно. Анархия это, конечно, хорошо, но не анархия рыночная. Народ там будет думать, как прибыли получить, как пожрать посытнее. И никаких приколов, биокосмизма и вечной жизни. Национализируем в этих убогих манчжурских х**ях все, что можно национализировать, не очень много. Исключительно во имя свободы человека, чтобы ему по этому поводу не приходилось париться. Да-да. Ну и за ресурсами установим контроль, чтобы сохранить до самого атома. Сохранить красоту и первозданность природы. То есть эти тоже зеленые, да? Погодите, так мы же с природой воевали. Первых соседствующих х**ликов захватили, а теперь... Все-таки мы можем договориться со своими старыми, не менее конченными друзьями из Харбина. Шиз, помоги Шизу. И так слишком много насилия. Вон на меня дикие якуты под управлением Чеха хотят напасть. Единственный, кто меня от этого защищает, это бедный Костик Радзаевский. Психи должны объединяться в такие темные времена. Опа, это я вовремя. Все-таки харбиноиды мирно с нами объединились, и это значительно упрощает дело. Остались только приамурские около Нормиса, и в Большую Россию пойдем. Потихонечку. Как же мощно все-таки урод за государство называется. Всероссийский крестовый поход. Вот только со всероссийским пока не получается, больше подойдет псизейский. А что за имперская власть? Ясно, понял. Вперед, на Биробиджан! Самый подходящий город для столицы биокосмизма. Крематорий? Может, все-таки креаторий именно? Хотя у нас тут тоже своего рода креаторий и адекватности. А нет, все-таки креаторий. А нет, вот это вот по стандарту. Мы старый мир разрушим до основания, а затем на пепелище построим, устроим, обустроим рай на земле. Но перед этим все-таки надо сжечь старый мир очищающим пламенем, прям как горелый какой-нибудь. Кстати, по стилистике у него иконочки похожие были. Родзик, ну ты шо? Дурачок взял и на меня напал. А зачем? Зря. Российский крестовый поход закончился на одном шебутном персонаже еврейской внешности и, прости господи, к тому же еще и в пердистом. Я передумал насчет Биробиджана, надо бы переместить столицу в Стерлитамак. С такой-то внешностью, адекватностью и корнями. Он еще и интеллектуал, ну точно туда. Мы уже разобрали по кусочкам старую поповщину, но теперь нам нужна новая, лояльная и проникнутая движем. Плохо народу без опиума для народа живется, особенно в такое-то время. Надо пояснить гоям, чтобы в этой же жизни стремились к звездам, чтобы тут же получить вечное блаженство. Вот вам и вся божественность. И не надо никакого бородатого мужика на небе. Подойдет этот ловатый мужик из Амура. Прогресса, честно говоря, пока маловато, но вот веры в прогресс с избытком. Ой, не-не-не-не-не, лучше не вчитываться в описание фокусов. Блять, увеличить свою ангельность, это что нахуй? Отсылки на Евангелион! Тьфу! Фу! Фу, блять! Ой, творчество еще это. Натворили мы уже много чего и еще много чего успеем натворить. Буряты чехи тоже откреаторены. Но чтобы дальше просвещать народ Руси, надо фокусы допрожимать. В принципе, не страшно, скорее всего, мне самому захотят пи***ду вломить. Блять, я прямо организмом чувствую, насколько обдолбаны были авторы, когда это писали. Автономия, блять, тело, блять, от разума, блять, потому что нахуя, блять, надо вечная жизнь, блять. Если она в теле, блять, тем более, если тело не является твоим выбором, стоп! Что-то это уже гендерстазисом попахивает. Когда ты в теле 40-летнего, салистого, жирного дочера, а хочешь быть маленькой, милой пони. По богатому опыту жизни в Питере могу сказать, это было под грибами. А теперь время преснопамятного бессмертия. Блять, я так и не понял, это наёб нагоев или они реально будут бессмертные? Не, ну понятно, что наделив государство большей властью, мы ключа к бессмертию не получим. Но и меньшей тоже, это не очень связано. Вообще звучит как какая-то замануха. Чтобы пролы работали лучше. Наебали гоев! Зато ячейку исследования дали, на исследование вечной жизни. Но по факту на тяжелые авиационные бомбы пойдет. На небесах никого нет, но туда мы отправим наших врагов. Пусть там ищут вечную жизнь. Все по заветам техноанархизма. Если у него вообще есть хоть какие-то заветы. Всех распарим, всех захватим и все. Тотальная утопия на земле. Причем через автоматизацию. То есть по сути это коммунизм. И работать не надо, и жизнь вечная. А история показывает, что если начинают рассказывать такие сказки, то по итогу точно наебут. Блять. Так вот на ком все строится, сука. О, а я и не думал. Вообще перевод машинный, и это удивительно, что он спотыкнулся на децентрализованных поляках, но при этом все вот это вот Жизу правильно перевел. Если о ней вообще можно судить как о правильной. Не знаю почему так, но попахивает еврейскими заговорами. Так всегда попахивает, когда я не понимаю, что происходит. О, Власов войну объявил. Уже привык в Сибири тут видеть, практически как родного. О, не, дружище, таких Шизов тебе так просто не взять. Вовремя он, мы в общем-то залог будущему, светлому будущему уже сделали. Проект, ну просто
наибейший, особенно название. Бесконечность жизни и космоса не предел. Полетели, блять, мертвые пространства космоса вечной жизнью наполнять. Главное только не принимать таблетки от шизы, иначе вся утопия разрушится. Сука, а Власов-то неплох, в смысле конкретно в моде. Миллион манпувера, ты охуел, что ли? Даже хорошо, что мы их по-братски делим вместе с евразистами. Кто там с ними отношения улучшает? Так что пока что из тайги-тайги дремучей и еще более дремучих мест потихонечку пробираемся. Блять! Это что за хуйня? Вы что, охуели? Блять, я тотально в ахуе. И сразу же на меня поперли силы тьмы. Дайте нормальный мирный договор сначала, это нечестно. Как будто бы мне немножко так... пиздец. А похуй. Первое нападем, пока они дивизии еще не подвели. Ну вообще, кстати, да, мне тотально пиздец. Ну хотя бы Монголию быстро возьмем. Еще раз. Вообще в Редфлуде обычно не сложно воевать, но вот сегодня что-то как-то сложно. Да, стоит на троечку перейти по скорости. А, так этих тоже по-братски делим, но уже с Российской империей. Блять. С одной стороны будет попроще, но с другой я походу буду воевать вообще со всей европейской Россией. Интересненько, сука. Ах, тяжело быть биохосмистом. Но продавливаем потихонечку. Благо эти додики также не особо сильно свои территории проебывают. Блять, нет, проебывают. Это плохо. Если опять все территории сейчас вот эта жирная мразь заберет, а мне уйдет пару провинций в Монголии. Ничего, мы практически бессмертные. Нам страх не страшен. Всех их передушим как-нибудь. Ну нет. Ну то... вы удали, я пол их армии перекатлил. Даже пары монгольских провинций нет. Это уже совсем нечестно. Мы тяжело больные психологические люди. Над нами нельзя так издеваться. Так, нет, один раз я-то, конечно, стерпел, а вот второй в такой ситуации уже что-то сложновато. Вот только не заставляйте меня биокосмические силы шизы к себе на помощь призывать. Сейчас свободный творческий разум быстро все исправит. Идите нахуй, сторонники смерти и просто пи***расы. Вот так уже честнее. Еще спасибо, скажите, я пол армии евразистов в Сибири перекатлил, мне за это без соли и даже без Монголии. Мир строится на справедливости, блять, и я сделал все по справедливости. Идите нахуй. И без этого в дальнейшем будет крайне непросто. Ух ты, бля. Реально непросто, но живем. Но реально непросто. Опять же, потихонечку идем. Но как долго мы сможем так потихонечку идти, вопрос хороший. Челябинск уже в пятый раз из рук в руки переходит. По итогу от него вообще ни хера не останется. Зато в Средней Азии имперские очень приятно котлятся. Может, даже здесь их дожмем скоро. Тем более в процессе территории национализируются, то все не так уж и плохо. Мразь, да успокойся ты уже! Все, пол их армии сдохло в казахстанских степях, и теперь им больше нечем брать Челябинск. Сукины суки. Ой, да си... ну ты чё? Ну ты чё? Чё так быстро-то? Я даже разогнаться не успел. Ну ш... блин, ну... я даже до Волги не дошел. Ну давайте тогда хотя бы что ли Восточную Европу под себя заберем вместе с Пинкой. И на этом как бы и ПСО будет. Благо уже объединенная Россия даже сразу после войны не такая уже бомжатская. Армию спокойно до пару миллионов расширим. Тем более там, ну, недавно максимально осуждаемый украинский парняка все заводы и всю армию просрал. Он с поляками решил повоевать и получилось неудачно. Самое время теперь мне до них... баца. Ну да, ребятки были совершенно не готовы. Только прибалты неприятно удивили с их армиями по сотни тысяч. У них-то вообще население всего чуть-чуть больше. Как бы это ни прозвучало, но Бандера хорошо нам так помог, поднасрав полякам. Ну и все. Быстро. Быстро. Действительно быстро. Но если бы я остался с теми же территориями, с которыми остался после войны с евразистами, блять, мне бы Российская империя массовыми штурмами всю снарягу и манпувер обнулила и быстренько бы меня жахнула. Всю. А я вот, кстати, думал, что не все, что еще Туркестан нужен. А у меня была уже шутка заготовлена про то, что космическую утопию вечной жизни без тутчиков и прочих иностранных специалистов чуть-чуть не построишь, а нет, оказывается, построишь. И без них у нас все хорошо. Жалко, что столицу таки в стиле-то Париж не перенесешь, да и вообще тема недостаточно раскрыта. Но зато теперь разум среднестатистического жителя России на том же уровне разумности и абсолютной адекватности, что и у фотожаберов, уже не слабое достижение. Ну и хорошо. А ну а пока... 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 и...